Медеу 50 лет. В честь полувекового юбилея высокогорного катка, где устанавливалось множество рекордов и проводились сотни международных соревнований, устроили ледяное шоу со звездами. Подробнее о том, как отметили день рождения самой большой в мире ледовой арены, расскажет Максим Козлов. Свое 50-летие Медеу отметил с большим размахом. Настоящим подарком для жителей и гостей города стало грандиозное ледовое шоу с участием мировых звезд фигурного катания. Поздравить легендарный Медеу приехали Роман Костомаров, Евгения Медведева и другие. Также на знаменитом льду выступила Элизабет Турсунбаева. Медеу – одна из визитных карточек южной столицы Казахстана. Каток является самым высокогорным в мире. Высота 1691 метр над уровнем моря. Площадь ледового покрытия также входит в список самых больших – почти 11 гектаров. Здесь было установлено два мировых рекорда женщин и 5 всесоюзных рекордов. Значит, это сразу подтвердило уникальные особенности этого района. Особенности климатические, так сказать, имелись в виду. Несмотря на то, что задача была сложная, выполнить ее все же удалось. Подтверждением стали первые забеги в день открытия. Задача номер один – обеспечить искусственную льду Медео высочайшее качество. Значит, надо сказать, что задача была очень непростая, потому что опыт строительства подобных катков за рубежом, значит, он подтверждал, что это очень сложная задача, и не всем это удалось сделать. Уникальность катка – это его быстрый лед. Все конькобежцы мира отмечают то, что он более скользкий, чем какой-то другой. Все дело в горной воде, которая используется для заливки. Также особенность катка в его расположении. Единственный в мире на сегодняшний день, где эффект трубы существует. Труба в спорте – это когда спортсмену, если вот каток вы видите, спортсмену дует ветер в спину на обеих прямых. При смене климатических условий, это примерно вот когда солнце заходит, появляется такой эффект. И ветерок с гор меняется ветром города. Лидер по количеству мировых рекордов постепенно возвращает былую славу. В 2017 году на ледовом покрытии прошла универсиада, а в 2020-м финал Кубка мира по ледовому спидвею. В прошлом году на Медео прошел Кубок Казахстана по конькобежному спорту. Максим Козлов, Алибек Шантимир, телеканал «Алматы».